Доброе утро, уважаемые зрители, уважаемые любители футбола. Сегодня у нас 25 августа, пятница. И мы начинаем наш игровой день, начинаем нашу серию трансляций с поля Orange Fitness. Продолжается у нас первенство CLF Kids Football. И сейчас между собой будут выступать команды Строитель и Orange 2. Строитель у нас выступает в синей форме, команда Orange 2 в своей традиционно черно-оранжевой форме. Строитель, дайте заметить, зацепиться, и это у них получается на своей половине поля. В первом тайме ворот команды Строителя будут находиться у нас слева, а справа у нас будут находиться ворота команды Orange 2. Мячом команды Строитель, брошен мяч из бокового и снова аут. Ждем воду мяча из боковой. Полетел мяч вперед. Строитель могут убегать по правому флангу. Оборона здесь прозевала этот момент и чуть не пропустила игроков к своим воротам. Получилось у них выстоять в обороне, успели вернуться. Здесь аут будет от команды Строитель. Брошен мяч из боковой и угловой назначает теперь арбитр. Угловой от команды Строитель будем смотреть. Подача. Команда Строитель с мячом. Можно отыграть через дом. Не получилось. Оранж. Мяч за боковой. Брошен мяч в игру. И аут. Нас ждет команда Оранж. Ведет мяч в игру. Пока что в комментариях у нас собрались только болельщики Строителя. Болельщиков Оранжа пока мы не наблюдаем. Два тайма по 25 минут у нас сегодня. Так что ожидаем много голов. Строитель, отлично, бегут к воротам, приближаются в штрафную, зашли. Угловой. Угловой будет команда Строитель сейчас исполнять. Посмотрим, к чему это приведет. Подача, неплохая игра головой, но мяч все равно полетел мимо. Отворот команда Оранж 2 будет мяч в игру, а вот здесь вратаря попробовали перебросить, не вышло.
полетел мяч за пределы поля и выходит мяч в аут. Оранж 2 мог бросать мяч из боковой. Брошен мяч из аута. Строитель попытается сейчас зацепиться. Здесь Юнусов, голкипер команды. Строитель, по крайней мере, он начинает. А дальше видно будет, потому что есть еще у Строителя запасной вратарь на сегодняшний матч. Это Зуев. Ну и давайте плавно перейдем к составу. Состав команды Строитель. Юнусов первый, он сейчас в воротах. Зуев тоже первый вратарь. Он сейчас на скамейке запасных. Наборщиков 77-й, Тихонов 57-й, Гаязетдинов 2-й, Холкин 55-й, Маштаков 44-й, Чугунов 66-й, Гатаулин 10-й, Наборщиков Денис 77-й, Наборщиков Дмитрий 37-й, Тихонов Егор 11-й и Максимов 38-й номер. Вводить мяч в игру будет команда «Строитель». Брошен мяч в игру. Цепиться бы за мяч. «Оранж-2». «Оранж-2» не смогли здесь мяч забрать. А вот здесь попытка. Игра рукой. И это пенальти. Сыграл футболист команды «Оранж-2» рукой своей штрафной. Абсолютно необязательный фол, но команда «Строитель» теперь будет исполнять пенальти. И посмотрим, кто же будет пробовать реализовать этот удар. Голкипер находится на линии, готов бить по воротам Чугунов. 66-й номер команды «Строитель». И посмотрим, Чугунов... Разбег, удар в левую 9. И это гол. 1-0 счет в матче открыт. Строитель забивает. Собрались! Посмотрим повтор этого пенальти. И команда «Оранж-2» сейчас ведет мяч в игру. Разыграли мяч с центра поля. «Оранж» убежать вперед. Передача. Не получил здесь по флангу пройти. Будет аут в пользу команды синим. Давайте перейдем к составу команды «Оранж-2». Гумиров 3, Ярулин 9, Худайкулов 11, Киямов 16, Талипов 17, Цыденков 22, Букаров 30, Кравец 33, Павлов 44, Селин 45, Шаехов 9 и Черков играет без номера. Вот он в черной ветровке бегает с логотипом Nike. Он играет за команду «Оранж-2». Строитель, подобрали мяч, перевод на правый фланг, впереди есть игрок, можно передачу отдать, нет. Опустил голову в этом моменте футболист под седьмым номером, мы мяч отобрали. И подкат. В подкате играет футболист команды «Строитель», подкат не обязательный, можно и без него было сыграть. А вот команда «Оранж-2». Здесь подача в штрафную. Юнусов забирает мяч в свои перчатки. На ближайшего игрока отыгрывает. «Оранж-2». Удар! Это гол! Шикарная подача на дальнюю штангу и подправление. Гумиров подавал, а завершал эту подачу на дальней штанге. Девятый номер команды «Оранж-2» – это Шаехов. В
Здесь атака от команды Orange 2. Прострел не получился. Аут. Orange 2 бросили мяч из боковой. Строитель попытается выйти из обороны. Здесь удар. Нет, это передача была. Шаехов не успел подготовиться к удару и пробил мимо ворот. Пас вперед. Строитель с мячом. Разворачивается игрок. Через дом играют футболисты в синем. Очень опасная передача. Поперечная своей штрафной. Такого, конечно, делать не надо. Гумиров вперед попытался закинуть мяч. Не удалось. И хороший проход может получиться у строителя. Пытается убежать от своего оппонента. Передача. И здесь штрафной удар. Гайзетдинов хороший проход показал. И ничего не осталось Шаехову, кроме как сделать тактический фол и остановиться его оппонента. Штрафной удар будет в исполнении команды «Строитель». И будет исполнять его Чугунов. Строитель. Здесь подача. Мяч проходит мимо ворот. Никто из партнеров не успел до мяча добежать. Ворот будет команда Orange 2 мяч в игру вводить. Ну, ждем ввода мяча в игру пока что. Оранж ввели мяч в игру. Можно проходить вперед. Продвигается игрок. Партнера передача. Проходит этот пас. И еще бы попытку сделать. Не удалось. Удар был заблокирован. Orange 2. Удар. Мяч падает в штангу. Спасается команда «Строитель». И сразу же контратака может быть очень опасная. Ставит спину Гумиров. И спасает свою команду в этом моменте. Отлично отработал в обороне. Брошит мяч из боковой и аут. За мяч пытается зацепиться команда «Строитель». Не удалось. Orange 2. Не смогли мяч вперед протолкнуть. Идем команда Orange. Смещается центр игрок. А вот здесь хороший проход может получиться. Пас вперед не удался. Хотя попытка была неплохая. Пас направо. Успеет ли туда Тихонов? Тихонов бежит со всех ног. Не получилось догнать мяч. Orange 2. Будет вводить мяч в игру. Ворот команда Orange 2 будет вводить мяч в игру. Пас вперед. Тихонов. Так, мяч принять. Пас центр. Строитель. Уйт аут. И команда «Строитель» бросит мяч из боковой. Тихонов у мяча. Брошен мяч за боковой. Уходит мяч в аут.
Умиров бросает быстрее. Там Талипов есть. И Цыденков. Цыденков мяч подбирает. А дальше Строитель завладели мячом, но очень быстро его потеряли. Вводить мяч в игру будет команда Строитель. Строитель бросает мяч с боковой. Пас направо. Нет. С центра. Делал передачу. 10 номер команды Строитель. Хотя мне казалось, что можно было через правый фланг сыграть. Строитель приближается к штрафной, и здесь фол, конечно. Конечно, будет фол, который может привести к голу. Посмотрим, получится ли это на самом деле реализовать у команды Строитель. Получится ли у них забить с этого стандарта. Но мне кажется, что сразу пойдет удар по воротам. Что вероятнее всего. Здесь разбег, удар совсем не туда. Смена в команде Orange 2. Ну и будем ждать. Когда идут мяч в игру, а мяч уже в игре. Строитель. Должны будут мяч отобрать. Смогли отобрать через правый фланг. Нет, через дом играют. Гумиров через центр устремляется. Передача. Удар. И спасает здесь Юнусов свою команду. Строитель остается в игре. Талипов, удар, Юнусов не очень уверенно играл в этом моменте и чуть мяч не отскочил в ворота. Юнусов, а что, на мастер-классах вас учат, да, вот это? Вчера же там вас на мастер-классах учили коленями отбивать, да? Оранж 2 будет угловой подавать. Подача. И мяч уходит за пределы поля. Подача еще одна. Выбивают мяч. И Строитель. В принципе, могут убегать. Кто будет первый на мяче? Первый на мяче Каскиямов. Отлично отыграл. Выбил мяч в аут и дал возможность своим партнерам поскорее вернуться в оборону. Брошенный мяч с боковой. Строитель. Штрафной удар. Команда Orange ведет мяч в игру. Передача вперед. Юнусов выйдет ли? Да, выходит на мяч. Забирает его в свои перчатки. Строитель с мячом. Налево. Пас в центр. Передача вперед. А не был ли ты там игры рукой? Разрешает продолжить игру арбитр. Тем более, что мяч остался у команды Строитель. Даже если был фол, то у них преимущество. А вот теперь мяч шел в аут. Бросать мяч из боковой будет команда Orange 2. Команда Orange 2 через правый фланг пытаются пройти. Брошенный мяч будет из боковой. Команда Orange. С мячом пас вперед. Сохраняет мяч себя команда Строитель. Передача направо не прошла.
Здесь борьба за мяч лежит на поле. Футболист Оранж 2. А вот тут команда «Строитель», брошен мяч с боковой. Оранж. В петле на мяч игрок. И мяч в ауте. А вот тут команда «Строитель» будет. Снова аут «Строителя». Брошен мяч вперед. Раз, два. Смогут ли мяч забрать на своей половине поля? Мяч отобрали. Пас вперед не проходит. Отлично. Оборонь отыграла команда в синей форме. Оранж. Отпочку игру. Голкипер. А вот здесь заброс. Останется ли мяч в поле? Да, ставится мяч в поле, можно продолжать игру. Пас вперед. Строитель. Строитель! Прозевали здесь. 11 номер команды Оранж. А под 11 Оранж играет Кудайков, насколько я помню. А вот здесь Юнусов. Вступил в игру, мяч забрал. Просто избавляется и все отвечает. Головой думать не хочет. Вводить мяч в игру будет команда «Строитель». Максим, иди сюда. Край, край, Рябченко, ширину дай. Ну, здесь удар. Повезло, откровенно говоря. Команде «Строитель» мог сейчас Шаехов наказывать своих оппонентов. Мяч в воротах. Команда Оранж 2 забивает еще один. Честно говоря, курьезный гол привезли сами себе футболисты «Строителя». Оранж 2 впереди. 2-1. Ну да. Такое бывает. Чугунов недавно был героем для своей команды, реализовал пенальти, а теперь забивает свои же ворота. Здесь Чугунов с Юнусом не договорились. С мячом голкипер ближайшему игроку отдает мяч. Пас-центр. Вперед. Оранж 2. Через правый фланг. И мяч в аут у нас полетел. Оранж 2. С мячом на половине поля соперников. Звучит свисток арбитра, и штрафной удар будет исполнять команда «Строитель». Ты можешь вперед поменять, а? У тебя нога болит, что? «Строитель» с мячом. Передача налево. Пас-центр. Передача в край, мяч потеряли.
Зачем ты с ним бегаешь? Принял, отдал. Набор иди сюда. Передача вперед. Ямав отыграл головой. Укаров направо. И будет ли удар? Не получилось. В подкате отлично футболист. Строитель играет. Че ты боишься? Подача в штрафную. Юнусов забирает мяч в перчатки. Давай, тихо, давай. Центр. Здорово, еще. Хорошо, молодцы. Каяк, давай. Вперед. Да набор! Первый мяч футболист Оранж 2 выступает. Строить. Все отбиваются, но пока что положительных результатов нет. Мяч уйдет в аут. Сейчас, я думаю, да, строитель ведут мяч в игру. Всю борьбу проиграл, мяча боишься, отворачиваешься, вообще не идешь. Боишься, не выходи на поле. Тихон, не стой, Тихон, помогай, Тихон. Пас-центр, строитель, передача, строитель. Строитель мяч потеряли. Хотя нет, вот подбор. Небольшой дождик у нас начинается на улице, что немного усложнит игру нашим футболистам на поле. Что ты делаешь? Поплыл, что ли, опять? Принял, отдал. Юнусов вернется сейчас мяч на поле. И угловой команда Оранж 2 будет исполнять. Оранж 2. Исполнять угловой. Подача. И шикарный удар. Шикарная подача прямо на голову. Оранж 2 ведет в счете 3-1. Ты с ним играешь. Почему он бьет? А? Ну и с передачи 17 номера, он же Талипов, забивает Сиденков головой. И на этом у нас, уважаемые зрители, первый тайм окончен. Прозвучал свисток, уважаемые зрители, и начался у нас второй тайм. Играют у нас между собой команда Оранж 2 и Строитель. Оранж 2 у нас в черно-оранжевой форме, Строитель в синий. Поменялись команды воротами. Справа у нас теперь ворота команды Строитель, слева у нас ворота команды Оранж 2. Замена вратаря у команды Строитель. Зуев теперь занимает позицию вратаря. Здесь удар на дальней дистанции мимо ворот. Мимо ворот. Мяч проходит от ворот, начнет команда Строитель. За мяч борьба проходит на половине поля команды Строитель. Очень частые отскоки. Не получается у ребят принять мяч. Удар! Шаехов мимо ворот. Что за трус? Вот просто мяч летит. О, вот что аут будет бросать команда Строитель.
А вот здесь Оранж 2 подходит к штрафной. Почему-то Шаехов развернулся назад, решил отдать на Ярулина под удар, но можно было воротам продолжить движение, как мне кажется. Мяч забирает пас центр, и здесь защитники на страже. Строитель с мячом, пас направо. Передача дальше не прошла, и Оранж 2 приближаются. Разворот Худайкулов. Гол Оранж 2. Плюс один записывает на свой счет. С центра поля команда «Строитель» будет вводить мяч в игру. Поднапрячься надо немножко футболистам «Строителя». Ну и тогда, я думаю, все у них пойдет как надо. Ну а пока наблюдаем. Пас вперед. Передача в центр. Оранж 2. Два с мячом продвигается дальше игрок. Пас в центр. Строитель с мячом продвигается через центр поля. Передача в центр. Дальше Оранж. Выбивает мяч на чужую половину поля. Оранж. Хороший проход. Пас направо. Заброс и удар. Мимо, мимо ворот. Строитель. Ай-яй-яй, потеряли здесь мяч, и как всадил сейчас в дальнюю девятку Худайкулов. Еще один гол от команды Оранж 2. Ну, здесь голкипер, конечно, не дотянулся бы. Но с центра поля мяч в игру будет вводить команда «Строитель». «Строитель» мяч разыграли с центра поля. Пас вперед, прорывается дальше игрок, мяч. Футболист команды «Оранж». Мяч ушел за пределы поля. А вот тут команда «Строитель». Ждем продолжения. А вот тут команда «Строитель» вновь выбивает команду «Оранж» мяч на другую половину поля. Пас вперед, мяч уходит в аут. Команда «Оранж», мяч остался у них. Селен, передача вперед, не доходит мяч до адресата, аут. Ждем возвращения мяча на поле. А вот команда «Строитель» вставляет мяч в себя. Через дом играют. А вот здесь опасно. Мог сейчас Букаров наказать за излишнюю уверенность своих оппонентов. Но, честно говоря, повезло футболистам из команды «Строитель». Оранж 2 вновь поборолись за мяч на чужой половине поля. Здесь удар Кравец исполнял. Кравец практически через себя. И мяч покидает предел поля. Удар от ворот.
Борьба за мяч на половине поля строителя. Строители здесь могут выйти победителями. Мяч уходит за пределы поля. Оранж 2 ведет мяч в игру. Оранж 2 вбрасывает мяч из боковой. Пас назад. Вот здесь удар в ближний угол и мимо ворот. Вот сюда, вот. Маштаков, ты туда, Маштаков! Мячом строитель через центр двигается игрок. Пас центр. Борьба за мяч. Строитель могут убегать. Где скорость? И вот голкипер первый на мяче. Строитель, еще одна попытка будет ли? Отлично, опережение Чугунов отыгрывает. Тихонов, нужно бежать. Тихонов не особо борется за мяч, но зато напряг своих оппонентов и заставил мяч выбить в аут. Вводить мяч в игру будет команда в синей форме, команда строитель, будут угловой исполнять. Будем смотреть. Подача с углового. Удар мимо ворот. Не получилось здесь створ попасть. Хотя, в принципе, была для этого возможность у Холкина. Рядом пробил с ближней штангой. Не получилось. Оранж 2 с мячом. Заброс вперед. И забить бы. Удар. Добивание. Голкипер забирает. Зуев. Отличная игра. Бросает мяч направо. Продвигает вперед футболист строителя. Здесь отбор. Оранж. Смещаясь в центр игрок. Передача, удар мимо вратаря. Пробивает здесь Кравец и забивает еще один мяч для своей команды. Оранж 2 забивают еще один мяч. Центрополя. Строитель вводит мяч в игру. Разыграли мяч футболисты. Здесь Оранж 2. Через левый фланг. Мяч уходит в аут. Брошен мяч из боковой. И снова аут нас ждет. Брошен мяч из боковой. Команда Оранж продвигает центр игрок. Передача. Даже если бы прошла, то был бы офсайд. Про него забывать нельзя. А вот здесь Оранж через правый фланг. Можно остановить мяч. Черков мяч все-таки потерял. И будет аут. Команда строитель бросать. Больше мяч из боковой. Строитель. Берут ли мяч? Отбиваются пока что футболист строителя. Удар. Значит, отбивает игрок. Подача. И мяч покидает пределы поля.
Борьба за мяч, Оранж 2 ее выигрывает, проходит штрафную, а вот здесь контратака у строителя. Получится ли? Мяч подобрали, смещается на правый игрок, передача. Партнер не видел, что будет ему пас делать, и в итоге мяч потеряли. Оранж забирает мяч себе, передачу бы. Продвигается по правому флангу. Мяч остается в поле и дальше аут. Мяч из бокового, удар! А вот гол от строителя. Вот и строитель забивают. Ждали мы давно забитых мячей. Ну и забивает 10 номер, он же Гатаулин. Строитель забивает, смотрим мы повтор. Причем голкипер. Голкипер с мячом ищет, куда бы пас отдать. Ушел мяч в аут. А вот от команды Оранж мы сейчас увидим. Пас вперед, строитель. Могут идти дальше, приближаются. А вот здесь отлично в обороне отработал футболист Оранжа. Пас на ход бы сделать. Сам решает идти Киянов. В итоге мяч потерял. Здесь партнеры должны побороться. Теперь Гатаулин разворачивается. Гатаулин через дуа. Холкин в центр. Чуганов это был. Чугунов, прошу прощения. 66 номер команды «Строитель». Зуев направо мяч отдает. Пас дальше по флангу. Оранж, пас центр. Удар. Голкипер мяч забирает. Брошен мяч из боковой. И от Оранжа мяч уходит. Бросили мяч из аута. Оранж 2. Попытать забить. Отлично. Головой играет футболист строителя. По левому флангу должен прорываться игрок. Пас вперед. Оранж. Мяч ушел в аут. Пас центр. Строитель принимает мяч игрок. Пас направо. Смещается центр, удар, и Оранж 2 забивает. Забивает Гумиров, третий номер. Мячом команда «Строитель». Через вратаря Зуев. Вынос вперед.
Убежали вперед футболисты. Здесь прострел не удается. Мяч покидает пределы поля. Это любой должен, любой куда-то упануть. А через передачу это тяжело. Поэтому надо то, что здесь мы сейчас не понимаете. Не надо его толкать. Подача. Оранж 2. Оранж 2 мяч забирает. Разворачиваться, могут вперед убегать. Строитель. Налево мяч уходит. Аут строителя. Уж мяч из боковой. И мяч полетел снова в аут. Строитель будет бросать мяч из боковой. Может, мяч из аута. Пас-центр. Передача налево. Мяч в аут ушел. Оранж бросает мяч из боковой. Передача. Разворачивается игрок. Можно бить. Удар. Еще один удар. Блокируют его футболисты. Строитель. Мяч ушел за боковую. Смена в составе команды «Оранж» и удар от ворот команды «Строитель». «Оранж» удар с дальней дистанции. Подбирают. Аут от Оранжа. Борьба за мяч. Заброс вперед. Смещает центр игрок. Пас вперед можно сделать. Там есть партнер. Забегает он вперед. Пас в центр. Остается мяч у команды в синем. Продолжает движение игрок, и мяч полетел в аут. Аут от команды в синем, и снова выброшен мяч из боковой. Брошен мяч из аута. Оранж. Смогли мяч выбить. Пас-центр. Строитель. Перевод налево. Ярулин. Брас мяч за боковой. Чугунов. Не смог через защиту отыграть. И вот здесь Талиб смог наказать. Ярулин бьет мимо ворот. В створ ворот попасть не удалось. Здесь можно подбирать мяч, убегать вперед. Команда «Оранж» стоит с мячом. Заброс вперед. Скидка головой. Оранж 2. Пас дальше. Отбор от строителя. Могли убегать вперед футболисты. Не получилось.
остается в поле. Оранж 2. Неудачная попытка подачи. Штрафную. Шаехов с разворота не подготовился к удару. К удару футболист и пробил мимо ворот. Штрафную. Строитель. Передача дальше. Не получилось. Убирает мяч под себя игрок. Ощущается направо. Передача вперед. Успеет ли догнать мяч игрок? Прострел. Мяч забирает команда Оранж. Оранж идут вперед. Ищет центр игрок. Удар мимо ворот. Вот удар! Голкипер отбивает. По правому флангу устремляется игрок. Прострел. Пытается отобрать мяч команда Оранж 2. Строитель. Мяч пропускает. Уж мяч с боковой. Передача направо. Строитель. Не смогли дойти до штрафной. Отбросили их соперники. Близится у нас матч к концу. И пока что результат говорит в сторону Оранжа. Зуев мяч забрал. Есть Тихонов открытый. Ждет он передачи. Зуев не знает, кому отдать. Главное, чтоб здесь не перемудрили футболиста. Строителя. Шаехов. Небрежно по мячу бьет в сторону ворот. Видимо, в надежде, что кто-то из партнеров мяч этот сможет подобрать. Через дом. Передача. Мяч. Ваути. А теперь звучит свисток арбитра. Матч на этом окончен.